13 серия сериала «Чайки». Тополь приказывает команде не думать о личной жизни, иначе о победе в чемпионате можно забыть. Тем временем Булгарину получает предложение руки и сердца, а владелец клуба угрожает расторгнуть с бескомпромиссным Тополем контракт. Тополь попадает в СИЗО. Владелец клуба хочет его уволить. Однако прибывшая на игру «Чайки» будущее хозяйка клуба Светлана восхищена Тополем. Такой человек нужен ей в новой команде. Она заключает с Тополем пари. Если «Чайка» не сумеет выиграть финал, тот согласится на все ее условия. Посмотреть очередную серию вы сможете 10 октября на канале «Россия-1».